Здравствуйте, это «Город новостей», в студии Елена Гречищева. Вам события жизни города, материалах наших корреспондентов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Ковчег вновь на горизонте. Рухнувшая финансовая пирамида известила о частичной компенсации по вкладам. Потрудиться на славу. Как изменились правила игры по набору в молодежные трудовые отряды. Спортивный кунгур. Кто увез кубок 10-го юбилейного турнира под дзюдо? Ковчег вновь всплыл на поверхность. Вкладчики рухнувшего кредитно-потребительского общества «Ковчег» уже который год пытаются вернуть свои сбережения, вложенные в финансовую пирамиду. Из самых громких акций, без которых, уверены вкладчики, придать широкой огласке кражах сбережений не удастся, попытка перекрыть федеральную трассу Перми-Екатеринбург. А также почти все 3000 вкладчиков, что живут в Пермском крае, написали письма в Страсбургский суд. Некоторым уже пришли уведомления о получении пакетов документов. В отношении руководителей финансовой пирамиды было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор расследуется. И вот сегодня стало известно, что ковчег вновь всплыл. КПО планирует частичную выплату кредиторской задолженности. Конкурсный управляющий просит вкладчиков прислать платежные реквизиты банка, расчетный счет, паспортные данные, а также адреса своей прописки для уточнения размера выплаты и информации о вкладчике. Адрес приема информации – город Березники, улица Парижской коммуны, 42, квартира 102. Телефон для справок 8, код Березников 34242, телефон 4-37-92. Кунгурики могут сообщить, где торгуют смертью. С этого понедельника и до 29 марта во всем Прикамье проводится всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В проведении акции участвует довольно большое количество сотрудников кунгурской полиции. Они будут задействованы во всех проводимых оперативно-профилактических мероприятиях. В рамках антинаркотической акции сотрудниками полиции будут проведены проверки всех мест массового пребывания молодежи, дабы выявить злостных нарушителей закона. Данное мероприятие направлено на выявление, пресечение преступлений, связанных с хранением и изготовлением, сбытом наркотических и психотропных средств. Также в ходе акции будут проверены и места возможного изготовления и хранения наркотических веществ. Неравнодушные к острой проблеме наркомании жители Кунгура могут посодействовать оперативникам в поисках притонов. На условиях анонимности кунгурики могут сообщить информацию о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотических средств по телефонам 62020, это телефон доверия, и 62033. Как правило, большинство сообщений носят общий характер, поэтому гораздо большую ценность имеют те, которые содержат конкретную информацию – адреса, номера телефонов, личные данные или внешние приметы. На телефон доверия уже поступают тревожные звонки о фактах употребления наркотических средств. Все материалы направлены в специальную службу, проводится проверка. Трудовой десант. С июня город вновь наполнится трудовой молодежью. По традиции, молодежные трудотряды первой смены выходят на улицы 1 июня. Этот год тоже не будет исключением, но кое-какие изменения в организации работы молодежи все же ждут. Что касается числа желающих потрудиться на благо города и подзаработать собственным трудом, оно год от года остается стабильным. Это чуть больше 500 молодых людей. Трудотряды формируются на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Кунгура. В прошлом году первой смены 6 молодежных отрядов занималась уборкой и озеленением городских улиц. К примеру, у бывшего дворца культуры театральный трудотряд «Зеленая дружина» разбил цветочную клумбу. За свой труд ребята получат вознаграждение. Его размер в этом году не изменится и вновь составит 1500 рублей. А что изменится, так это правила приема документов и сроки их подачи. Только огромная просьба обратиться сейчас, и апрель-май, так как сбор документов будет нынче строже. И кто будет работать в июне, мы уже все документы должны собрать в мае месяце. Подводим итоги. В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта наша телекомпания запустила целый цикл новых акций. Каждый желающий мог поздравить дорогого себе человека, что называется, на камеру, и тем самым побороться за приз от наших спонсоров. Лучшее поздравление мы разместили на светодиодном экране на нашем сайте www.trkkungur.ru. Но из-за технического сбоя наш сайт не работал несколько дней, и результаты голосования обнулились. Чтобы приз все же нашел своего обладателя, наша телекомпания оставила за собой право выбрать победителя. Ну, пожалуй, первый, третий, седьмой – самые такие интересные поздравления на 23-е. У третьего участника достаточно интересное такое стихотворное. И, в принципе, четвертое мне тоже понравилось. Первое очень хорошо сказала. Всех поздравила с наступающим. То есть такое интересно. Кратко и емко, да?
А второй участник понравился, потому что слова там просто все. Все, что можно было к мужчинам сказать, да, она сказала. Да? После долгих раздумий члены жюри выбрали лучшее поздравление ко Дню защитника Отечества. Самое, наверное, яркое поздравление – это номер 3. Замечательные стихи, тем более девушка написала стихи сама. Вот, и номер 3 – это у нас Анна. Поздравление Анны участницы под номером 3 покорило судейскую коллегию. А вот лучшее поздравление для представительниц прекрасного пола у участника под номером 1. Алексей от всей души поздравил любимую жену, дочь и всех родных. Наша телекомпания поздравляет победителей и просит завтра к часу дня прийти за заслуженными подарками в нашу редакцию. Наша телекомпания выражает благодарность спонсорам, которые помогли в проведении акций. Индивидуальному предпринимателю Светлане Ганоцкой, отдел бижутерии «Женави» и торговому центру «Лидер» компании «Центр обувь», отдел мужской, женской и детской обуви. Вы смотрите «Город новостей». Спасательная операция. К нам в редакцию позвонила жительница микрорайона Нагорный. Она рассказала, что собака пристыла ко льду прямо на тротуаре, а проходящие ребятишки уже начали ее избивать. Съемочная группа рубрики «Мелочи жизни» экстренно выехала на место. Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. По адресу улица газеты «Искра», 17, сегодня разразилась самая настоящая трагедия. Маленькая собака буквально примерзла ко льду рядом с тротуаром. Местные жители говорят, что прохожие ее избивали. Видимо, поэтому на охрану к ней пришел старший товарищ. Оставаться в стороне от этой ситуации мы не можем, и поэтому сами решили позвонить в службу спасения. Добрый день. Беспокоит Вертепрахов Игорь, телевидение. Местные жители нам сообщили, что по адресу улица газеты «Искра», 17, собака примерзла прямо на тротуаре ко льду, и местные жители, ну, прохожие ее избивают прямо. Могли бы вы подъехать и освободить животное? Да, конечно. Ждите. Сейчас ребята подъедут наши. Спасибо. Спасибо большое. Мы будем надеяться, что мелочь эта поможет спасти жизнь несчастному животному. Творчество кунгурских ребятишек не знает границ. Как, например, здесь, во дворе 65-го дома по улице Труда. Вчера вечером здесь появилась вот эта пара замечательных снеговиков. Причем сразу видно, что сделаны они на совесть. В нашем дворе дети сделали вот этих снеговиков вчера. Но надеемся, что они долго простоят. И в нашем дворе вот их даже назвали «дорогой» и «дорогая». Кроме обязательных атрибутов, таких как нос с морковкой, мужчине одели теплый шарф, а дорогой – самую настоящую шапку. Видимо, чтобы не замерзли. Мелочь, а видно, что сделано с душой. В Кунгуре появилась новая улица. Рядом с улицей Коммунной на берегу Сылвы расположился единственный дом по улице Коммуна. Ошибка всего в одной букве, а получается совершенно новый адрес. Других обозначений на доме мы не нашли, а значит и адрес верный. Будем надеяться, что почта до сюда все-таки доходит. А если говорить серьезно, то все мы прекрасно понимаем, что это за улица и что за дом. Но проезжая мимо, невольно улыбаемся, ведь мелочь эта несуразная. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Атланта», улица Воровского, 4А. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – горнолыжный комплекс «Светлячок». До 30 марта прокат снаряжения бесплатно. Финальная шутка. На днях в зале Театра молодежи собрались настоящие ценители кунгурского юмора, чтобы своими глазами увидеть битву финалистов школьной лиги команд КВН. А посмотреть было на что, рассказывает Игорь Вертепрахов. В финале побороться за звание лучших вышли три команды. Винегрет из 21-й школы, команда 2-й школы «Стиляги» и сборная команда «Дуэт» «Остерегайтесь подделок». Первыми вышли на сцену и задали весь ритм всей игре имена «Последняя команда». Перед началом игры в спешке подготовки они обмолвились, что это большая нагрузка и ответственность начинать первыми, тем более в таком небольшом составе. Владян, сколько времени? 16:35. Скоро начало! Начало чего? Начало пятого дурачка! Судя по реакции зрителей, выступили ребята на ура, а это уже половина победы. Первый конкурс «Фристайл» считается среди КВНщиков самым сложным и ответственным, ведь только в него можно включить все свои наработки и шутки, продуманные заранее. Следующие на очереди – команда «Стиляги».
Ребят, вы только не волнуйтесь. Недавно прошли выборы президента России, а наш Сережа поддерживал Владимира Жириновского. Он сейчас в глубокой депрессии. Не обращайте внимания. Так, ну-ка, ушли вон отсюда, со сцены. Чё ты тут стоишь? Ты! Так, микрофон мне быстро включили. Так, больше микрофон. Нет, выключай. Ты! Так, не включать больше микрофон. Почему мы сидим? Почему зал такой спокойный? Так, ты руки подняла, начала хлопать в ладоши. Хватит это терпеть. Команда КВН школы номер 2 «Стиляги». Придется это терпеть. Как рассказал в перерывах между выступлениями команд ведущий Александр Котельников, победившая в финале команда отправится на игры краевого значения, чтобы представлять родной город. И ребята, зная о своих перспективах, старались вдвойне. Представьте, мальчик без большого пальчика. Мальчик без пальчика, как дела? Классно, 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 классно. Члены жюри хоть и смеялись над шутками всех команд, но были обязаны выбрать победителя. Лучшими на этот раз стали сразу двое. Это КВНщики из второй школы, команда «Стиляги» и команда дуэта «Остерегайтесь подделок». Они и поедут на краевые игры КВН, а остальные будут готовиться к новому сезону. Игорь Вертепрахов, Алексей Долгоруков, Галина Криклипцева, телекомпания «Кунгур». Дорогу здоровью. В последнее время правительство как страны, так и края развернулось лицом к спортивному движению и спорту в целом. Во многих городах начали появляться спорт-объекты, о которых раньше приходилось только мечтать. Но мечты начинают сбываться. Об этом следующий материал. Вот эта площадь, как и сам город Чайковский, вряд ли широко известен за пределами Пермского края. Однако ситуация точно изменится, причем в самом ближайшем будущем. Благодаря спортивному комплексу, который расположен буквально в 5 минутах от центра города, Чайковский может стать новой столицей зимних видов спорта. Большое видится на расстоянии. Вертолетные съемки прошлой осени позволяют оценить, что сделано за 3 неполных года. Услышав спортивный комплекс зимой 2009-го, кое-кто лишь скептически ухмылялся. Ну а сегодня кажется, что все вышло даже серьезнее, чем задумывалось. Местный институт физкультуры точно приобрел конкурентное преимущество. Вот для них уже есть будущее, есть жизнь, есть понимание того, в каком направлении они будут развиваться. Это сегодня пермский губернатор Олег Черкунов абсолютно спокоен, когда говорит о Чайковском. А еще 3 года назад, когда проектировщики впервые пришли на дедовского вида биатлонное стрельбище, приходилось доказывать – суперобъект надо строить именно здесь. К концу года российский спортивный министр Виталий Мутко под впечатлением от поездки в Чайковский обещает Пермскому краю ремонт и строительство еще 34 крупных спортивных объектов. Про комплекс говорит коротко. Включаем в официальные календари. Задача-то как раз стоит, чтобы уже с конца этого года, в следующем году, в календаре всех федераций и всех видов спорта поставить уже использование этих баз. Через 2 месяца первый турнир российского уровня в Чайковском. Первенство и Кубок России по биатлону. Гости, что называется, под впечатлением от увиденного. Все, что мы здесь видим, просто шикарно. То есть вакс-кабины шикарные, сверху спортсмены раздеваются. Все так сделано на высоком уровне. Трассы в хорошем состоянии. Новое стрельбище, тем более с такими установками. Все просто идеально. Боевое крещение биатлонного комплекса в Чайковском состоялось в январе этого года. Здесь прошел Кубок страны по биатлону среди женщин. Кто знает, возможно, скоро Чайковская земля сможет принять Кубок мира. Для этого нужно сделать совсем немного. Здесь поставить электронное табло и можно принимать гостей из разных стран. Биатлонный комплекс сегодня. Стадион 2000 мест. Основной круг 4 километра. Стрельбище с электронными мишенями 20 мест. Тренировочные трассы 9 штук. Спортсмены из Пермского края уже плотно прописались на новой трассе. Ее непростой норов им явно по душе. Трасса сложная. Спуски есть, подъемы короткие. Восстанавливаться как бы особо не успеваешь. То есть спуски с поворотами. Отдыхать негде. И все говорят, Кубок России проходил.
Говорят, что трасса тяжелая. Один интересный факт. В мире нет двух абсолютно одинаковых трасс для биатлона. Но у всех трасс есть особо сложный участок. Обычно он носит какое-то название. Здесь, в Чайковском, это вот этот достаточно крутой подъем. Местные биатлонисты надеются, что тренировки здесь помогут на этом участке вырываться вперед. А вообще тренироваться можно хоть зимой, хоть летом и в любое время суток. Трасса освещается. Вдобавок к стрельбищу с электронными мишенями построен тир. Есть лыжероллерные и разминочные трассы. Если случаются проблемы со снегом, специальные устройства могут его наморозить. Тренировочный процесс можно здесь проводить круглогодичным, потому что и ширина трассы позволяет, и то, что здесь проложены беговые дорожки вдоль лыжероллерной трассы, то есть можно и беговую работу, и также подключать тренировочный процесс, чтобы использовать велосипеды. Сегодня в Чайковском очень популярно словосочетание «Сочи-2014». Предполагается, что именно здесь к Олимпиаде будут готовиться и российские биатлонисты, и российские летающие лыжники. Горнолыжный комплекс «Снежинка». 5 трамплинов К-125, К-95, К-65, К-45, К-20. Вспомогательные корпуса для горнолыжного спуска и сноуборда. 3 канатных дороги, трассы для слалома и могула. Чайковские трамплины не просто самые современные в России, но и самые расторопные. Тестовые прыжки со 125-метрового гиганта состояли здесь даже раньше, чем в Олимпийском Сочи. По сути, здесь, в Чайковском, понятие «зимние виды спорта» выходит за сезонные рамки. Дело в том, что в трамплины будут вмонтированы специальные установки, которые будут намораживать снег. Так что спортсмены могут тренироваться круглогодично, даже в 30-градусную жару. Первый холодный старт намечен на март этого года. Чайковский примет чемпионат России по прыжкам с трамплина. Ну а в самом начале осени здесь пройдет этап летнего мирового гран-при. Но уже сейчас можно сказать, старты в Чайковском не будут похожи на любые другие в мире. Уникальность этого объекта в том, что он построен индивидуальный. То есть каждый трамплин в мире, он имеет свою особенность. То есть нет повторяющихся типичных проектов. Профессиональные спортсмены говорят, эти трамплины самые современные. Они под завязку набиты всевозможной электроникой. В частности, здесь установлен сканер, который фиксирует десятки параметров при прыжке спортсмена с трамплина. Таких сканеров в мире единицы. Впереди Сочи, отступать некуда. Ну и вообще, собственно говоря, мы не та страна, чтобы вот так довольствоваться двумя скромными бронзовыми медалями и в списке общекомандного зачета быть на унылой 7-й позиции. Голос российского биатлона, комментатор Дмитрий Губерниев, разговаривал с нами сразу после неудачи женской команды на чемпионате мира в немецком Рупольдинге. При слове «Чайковский» настроение у него явно улучшилось. По-моему, строительство нового биатлонного комплекса в Чайковском, оно уже должно привнести максимальное количество пермских спортсменов в национальную сборную России, в юниорские, в молодежные команды, потому что Перм – это блестящий город, Пермский край – великий край, но и Чайковский, который дал немало чемпионов, замечательных людей, тоже способен быть на спортивной карте России впереди. После Олимпиады в Турине посмотрела, мне очень понравился этот вид спорта, и все, я пришла, попробовала, как бы, и уже не смогла без него больше жить, и все. Пример – штука заразная. Это жительница Чайковского Анна Голдобина испытала на себе. Бегать и стрелять она начала еще на старом комплексе. Без сомнения, современный спортивный гигант популярности зимним видом спорта в Пермском крае добавит в разы. И еще одно. Сегодня любители больших биатлонных баталий и соревнований по прыжкам с трамплинов могут наблюдать за соревнованиями лишь по телевизору. Но совсем скоро большой спорт сам придет в Пермский край. Ну а нам до Чайковского рукой подать. Встать на горные лыжи и ехать. Многие скажут, что это невозможно без специальной подготовки и тренировок. Но спортивные семьи кунгуры доказали обратное. В минувшую субботу юные кунгурики и их родители не только примерили на себя горнолыжное снаряжение, но и стали участниками городских соревнований «Мама, папа, я» – спортивная семья. В этом году 25 семей приняло участие в соревнованиях по горнолыжному спорту. Дети и взрослые состязались за право лучшего в 4 возрастных группах. Самыми старшими были участники 1994-96 годов рождения. Возраст младших соперников в дисциплине «Слалом-гигант» от 6 до 11 лет. Впрочем, на этот раз, как отметили организаторы, нашлись участники еще младше, чем предполагалось программа соревнований. Самыми маленькими горнолыжниками стали 4-летние дети. Одной спортсменке спуститься с горы помог папа. 4-летних детей у нас нынче было двое.
Одна девочка спускалась самостоятельно, со второй она ехала в тандеме с папой за веревочку. Это было очень интересно смотреть. Большой ажиотаж соревновательный был не среди детей, а среди родителей. Соревновались, падали. Был один папа, ради ребенка он встал на лыжи вообще в первый раз и доехал без падений до финиша. Все были очень довольны. Спортсмены делали 3 попытки. Победитель определялся по сумме 2 лучших среди детей. Для каждого из 60 участников соревнования закончились заслуженными призами и, конечно, чествованием победителей. На третьей ступеньке почетного пьедестала оказали 6 кунгурских семей. Второе место разделили между собой 7 семей участников. И сразу 7 семей поднялись и на высшую ступень пьедестала почета. Спорт сильных. В минувшие выходные прошел кубок главы кунгура по дзюдо. Узнать, кто в этот раз станет лучшим, уже в 10-й раз собрались ребята со всего края. За кубком главы по дзюдо приехало около 40 спортсменов, причем заявляются дзюдоисты не только из кунгура, но и со всего края. Поединки были ограничены только возрастом спортсменов. Выходили на татами ребята 1998 и 99 годов рождения. Хотя зрителей в этом году оказалось немного, но на накал поединков это никак не повлияло. Этот кубок главы стал юбилейным. Он проходит уже в 10-й раз. По результатам соревнований 3-е место досталось пермской команде «Уралец». Серебро завоевала команда кунгурских дзюдоистов, представлявших клуб «Лига», лишь немного уступив своим постоянным соперникам. Ну а на первом месте команда спортсменов из Чернушки. Они увезли с собой юбилейный кубок. Далее у нас прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам, наш телефон 2-34-13, наш сайт www.trkkungur.ru. Всего доброго, до свидания.